Поэтому мы сейчас берем комплект, состоящий из монитора источника перебойного питания, непосредственно самого компьютера, с удлинителей для камер, что можно будет повесить в любое место. Также в комплект входит инструкция по эксплуатации на русском языке, две камеры высокого разрешения. Инструкция по компьютеру руководства пользователя. Источник сетевой фильтр, который позволяет фильтровать броню сетевого движения. Крепежные элементы, два кронштейна и клавиатура. Отсюда все-таки возникло проект большой, должно быть российское производство. Программное обеспечение что-то еще есть. На самом деле здесь российское производство, самое главное, что здесь российское комплект этой программы, потому что именно оно позволяет выполнять ту функцию, которая предлагается на данный комплект. Еще здесь российское производство компьютера, еще здесь российское производство мониторы, но все это пока что не осталось. Но тем не менее, вот то, что касается самих камер, да, вот если вот пока что, они не знаю, какое разрешение вообще, вот насчет насколько четко можно будет увидеть и как трансляцию сколько-нибудь села. Сами камеры, они позволяют создавать картинку в новом стиле, только разрешение. Однако, для того, чтобы обеспечить хороший интернет-трафик, хороший интернет-канал, разрешение ограничено до 140 на 480. Это уже программа обеспечения. При необходимости, если хороший стандарт, ну не знаю, допустим, если кто-то там в Калининграде захочет посмотреть, как кто-нибудь в Владивостоке тоже голосовал, ну там на Камчатке, допустим, да? Какого качества будет картинка? Там можно будет? 440 на 480. Нет, ну или не без цифры, просто по качеству, не знаю, что. Так, лучше, чем у телевизора.